Ай, блин, крыса. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега. Как всегда, очень много классных подписчиков, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня мы играем привет. Очень классный гейммод. Это гейммод с моего детства игры, называется Quake 3 Arena. У нас сегодня PvP режим, каждый сам за себя. Если Петю кушать, приятного аппетита, а у нас сегодня ураган экшен с элементом кишки из жопы и мочилова. Погнали! Ого! Серега, неплохо, неплохо. Жизнь, жизнь, жизнь. Одного убил. Я лидер. Ах ты, блин, зараза! А битва была очень хорошая. А иди ты в жопу! Так, надо оружку, срочно оружку собирать. Да блин, в воздухе красиво! Ну хоть у кого-то убью. От зараза. Базука, базука! А вот теперь мы поговорим с вами, хлопцы. Нет, я не пойду туда, я ж вижу, что ты стреляешь для нас. А, сам себе попал. Один хп. Что думаешь, что видишь? Ай, зараза, сам себя убил. Так, надо вспоминать. Только что-то записи лучше играл в 1000 раз. Классно, классный режим. Очень круто играется. Очень такой ураганный экшен. Базука надо уметь пользоваться, Серега. Ты это был, да, только что? Нет, это был Данил Топ. Я живой. Да блин, ты смотри! А ну иди сюда, ты, блин. Чё, ракет боишься? Да блин, ты смотри! Я мопа. Хорош, хорош, Серёжка. А тут ты уже не выиграл. Слышь ты! Подлец, мне нравится. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся записать очень классные режимы. Надеюсь, эти режимы вам реально тоже нравятся. Совершенно верно. Классный, классный режим. Да ты задрал! Ты думаешь, один? Крыто, крыто, крыто. Мне нравится. Говно убил. Повезло, повезло. Щиточек, все берем. Минус кинга. Это было больно, да, мне так кажется? Да. Тебе сейчас. Ах ты говно! Прям красиво! Посадок. Представляешь? А как ты меня убил? У меня полностью. А я базуку стрельнул под ноги в последний момент. Где вы там, Алёша? Я иду по вашей душе. Это говно, а? Профессионал! Профессионал!
Да ты смотри, какой, а! Ты прям на меня насел, Я убил, не Базуку так. Надо уметь пользоваться, Сережка. Не, ну ты, блин, изворотливая какаха. Да ты смотри, а какой хитрый жук. Нормально, мне нравится. Наваливание идет успешно. Беля ты, крыса. Я тебя выслежу и убью. Ну, конечно же, крыса. Ля крыса, какой молодец. Мне один фраг остался, я победил. Ты? Да. Я на первом месте. Вот это да. Ну иди сюда, Сережка. Где? ПВП, один против одного. Так, ребята, ну что, катка номер два. Серега занял первое место. Слышь ты, Заполов. В спину меня бил опять. Крыса. Как ты крыса? Умри еще раз. Нет, ты. Со мной один на один сталкиваться, это очень немножечко самоубийством попахивает. Бля ты, крыса. Да ты задрал, как я тебя, да, убил? С пулемета. Ты опять ты, морда засрата. Это я. Что ты, смотри, Сережечка со мной наравне играет, я вижу, есть у него навык-то небольшой. Опять ты? Хорошо, хорошо. Опять ты? Ага. Серега, пора умирать. Ты задрал, я тебе говорю, ты просто задрала меня уже. Бля, там кто-то безбашенный стреляет в гранатомет. Да задрал! У меня жизни мало было, очень мало. Валит крыса. Крыса отлично. Мне еще три фрага, Димас. Я победил. Ну ты крыса, я тебе говорю, настоящая самая. Я крыса, я не скрываю. А ты говорил, что крысе будет плохо. Да блин, ты смотри. Я даже запереживал, если честно, очень сильно. Хочется же выиграть. Да опять ты, да как? Ребята,
катка номер 3. Надеюсь, я в этот раз хотя бы займу первое место, может. You have lost the lead. Я лидерство взял. Да блин, ты смотри, падла! Я думаю, да что ж такое, а? Где ты, Сережечка? Да, есть такая буква в алфавите. Да откуда ты взялась, а блин, а я стою такой классно кемперю, всех хвачу. Кемпер. А это ты был, блин, надо было быстрее стрелять. Умри! Да что ты не умираешь? Зараза ты такой, а? Хорошо. Я зараза. Да смотри, не могу тебя перебить в открытой местности. Ах ты говно. Наконец-то! Радуйся. Ах ты зараза, а? Ну так не всегда же тебя выиграл дядя Дима. Всегда дядя Дима тоже иногда хочет выиграть. Да ты задрал, смотри какой. Сразу видно псих-одиночка. Димас, я двоих уложил, ребята. Двоих. Ах ты зараза такая, а? Че, пацаны, подлобались уже? Да. Да вы задолбали со всех сторон. Серега, надо попадать уметь. Не знаю. Да зараза, блин, ну чуть-чуть не хватило. 99 хп. Да ты зараза, а? Ну конечно, 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 давай радуйся жизни. Говно в спину, я тоже так могу. Так научись. Так я умею, но не хочу раскрывать свою тайну. Слышь, говно свое не бросай мне тут. Ну блин! Снайпер я. Ах ты крыса. Three frags left. О, Димасу осталось 5 фрагов. Да. Two frags left. Да блин, Данила, ты ему все фраги сразу. Да умри, ты должен будешь умереть, падла ты вонючая. Я тебя добью сейчас, я тебя добью.
Ё-моё. Я выиграл? Нет, сейчас Данила все фраги тебе отдаст. Говно, все. Ребята, наконец-то я занял первое место с трех каток. Каждый по разу. Но Серега в этот раз показал себя с лучшей стороны. И я, друзья, что уж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк по ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.